пиво налейте, пожалуйста. Какое? Так. Ну, буш, полторашка. И медовый 85. Литр. Сигареты, да, дайте сигареты, есть у вас? Есть, какие вам надо. Дайте, пожалуйста. Next. Next. Синий. Да. И... А у вас есть восьмерка маленькая? Нет, у нас только Море, Винстон, Честерфилд, Next. Винстон, дайте. Да? 300 рублей ровно. А кириешки есть у вас? Ну, кириешки. Здесь вот кириешки. Вам соус, без соуса есть? Нет, без соуса. Вот есть по 12 кириешки. Есть вон по 15 кириешки по 2. Сигареты где у вас? Тихо. Молчи, молчи, не кричи. Пилки давай. У меня нету денег. Какие есть? Выручку давай, быстрее тебе говори. У меня нету выручки. Не кричи, какая есть выручка. Пиво сюда, Пашка. Не кричи, я тебе прям сразу скажу. Выручку всю давай. У меня нету выручки. Всю выручку, мелочь давай, какая есть. Быстрее тут, не кричи, не кричи. Тебя прям сразу скажу. Мало. У меня больше нету ничего. Ну давай. Люди, милицию вызовите, пожалуйста. Какая у меня... Иди на... У меня обокрал, пожалуйста, вызовите. Как вызовите? 002? Да. А какой адрес? Ну, теперь 141. Как 0041? Сколько дел? Да 141 просто, да, 413, 99, по-моему, 14, да, правильно, у меня покрал, он мне пистолет наставил, у меня же здесь камера, все есть, это все. А я думаю, что у нас не пускают, другой стоит, нас в магазин не пускают, стойте, не заходите, говоришь, не пускают нас в магазин. 413, что? Как адрес? Новосибирска, 141. Нет, вы говорите, я налью вам. Какой момент, я вам шоковый. Сотрудникам полиции города Орска поступила информация о том, что в магазине по улице Новосибирской мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил у продавца денежные средства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудникам ГИБДД был остановлен автомобиль, в котором находился мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. Было изъято орудие преступления, пневматический пистолет и похищенные денежные средства в сумме 400 рублей. Со слов 40-летнего задержанного, на преступление он решился с целью вернуть долг. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Что там с вешалкой?